В 2018 году компания Cannondale полностью поменяла не только дизайн, но и геометрию линейки велосипедов Trail. Говорить о новой геометрии линейки Trail можно достаточно долго. Угол наклона рулевого стакана стал на порядок больше – 68 градусов. Устойчивость велосипеда на любых препятствиях в лесу и даже в городе превышает все ожидания. Теперь проезжать по кочкам и корням, а также заезжать и съезжать с бордюров стало еще легче, ведь вилка больше выдвинута вперед и стабилизирует управление. Самые короткие задние перья в своем классе. Всего 445 мм для велосипеда с диаметром колес 29 дюймов и 440 мм для велосипеда с колесами 27,5 дюймов. Благодаря этому байк приобрел небывалую маневренность и управляемость. Конический стакан делает этот байк еще мощнее, прочнее и чувствительнее в управлении. Геометрия велосипеда полностью спроектирована для широкого руля и короткого выноса. Максимальный контроль и невероятно легкий в управлении байк. Обода полностью готовы к бескамерному использованию. Переходим к трансмиссии. Именно с модели Cannondale Trail 5 стартует трансмиссия с одной звездой впереди. Система 1:10 приятно удивит начинающего и умелого катальца. Задний переключатель Shimano Dior, долгожданный тормоз Shimano и пружинно-масляная вилка RockShox XC30.